теперь ты у нас в руках. Рассказывай, где принцесса Озма? Все, все расскажу. А только минутку передохну. Ну, понюхаю табачку. Превращательный порошок. Попалась. Последний раз спрашиваю, где Озма? Да вот она. Что? Я девчонка? Ой, не могу. Да вы что? Она же врет. На этот раз нет. Я не хочу. Я не хочу быть девчонкой. Не расстраивайся, это не так страшно. Но зачем? Зачем она это сделала? А действительно, зачем? Тебе не понять, глупое чучело. Я превратила Озму в мальчишку, чтобы ее никто не нашел. А когда бы он стал послушным, как дрессированный пудель, я бы снова предъявила всем законную принцессу и правила изумрудным городом от ее имени. Но вместо этого, согласно статье 8.8.8, вам придется провести в тюрьме... С наказанием мы определимся потом. Сначала она должна вернуть принцессе Озме истинное лицо. Не хочу быть Озмой. Хочу остаться топом. В этом случае, согласно параграфам А, Б, В, Г, Д, Момби будет признана невиновной, и мальчик возвращается ей в качестве законного племянника. Топ, деточка, обними свою старую тетю. Нет, лучше принцессой. Ну что же, Момби предоставляется возможность поколдовать. В последний раз. Не могу! Забыла, а потеряла! Что потеряла? Все потеряла! Рецепты потеряла, память! Совесть ты потеряла, старая турбанда! Подождите, а это что? Смелей, папаша! Наконец-то изумрудный город и вся страна Оз получили своего законного правителя. Юную, прекрасную Озму. Этот глаз-алмаз принадлежал твоему отцу и был похищен. Теперь он твой, Озма. В нем ты сможешь видеть все, что пожелаешь. Даже то, что очень далеко от тебя. Значит, ты сможешь увидеть и нас со Страшилой. И каждый день в 6 часов мы будем посылать тебе воздушные поцелуи. Спасибо, друзья. Я всех вас так люблю. Эх, курбанда, курбанда. Моя дорогая подружка Дуль, я знаю, ты хочешь возвратиться домой. Но, боюсь, даже Глинда не в силах тебе помочь. Я в силах. Но вы же потеряете там волшебные свойства. По мне, лучше быть чучелом на стене, чем летающей мебелью.